Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем выполнять контракты и поручения в Мичигане. И взял я, точнее не взял, а хочу взять контрактик от Husky Forwarding. Значит, называется контракт «Самое важное». Нам нужно доставить 2 единицы кирпичей, 2 единицы деревянных досок и 2 единицы топлива вот сюда, вот на ферму, которая находится у нас в Смитвиллской дамбе. Но для начала мне все-таки хотелось расчистить бы вот этот вот камнепад, потому что добираться до фермы вот по этой дороге, ну, как-то не особо хочется. Хочется все-таки большую часть проехать по асфальту. Поэтому мы сейчас с вами возьмем вот этот вот скаут. Так, время ночь, но это ничего страшного. И возьмем поручение. Возьмем поручение, которое предполагает себя расчистку как раз-таки вот этих вот, вот этого вот завала. Для этого, в общем-то, можно будет... Так, что я без света-то еду? Для этого можно будет взять наш грузовик, который многие называют стрёмненьким. Вот здесь все по асфальту, скорее всего, будет. Доставка производится, поэтому... Так, подробнее. Всего-навсего 2 единицы запасных частей вот со станции техобслуживания. Вот к этому завалу нужно привести. Так. Давайте возьмем это поручение. Принять. Следить. И сразу же возьмем контракт. Сразу же возьмем контракт. На доставку нужных материалов. Так, принять. Эти камни. Вот оно. Давайте следить сначала за камнями. Этот скаут я пока что оставлю здесь, я его не буду перемещать в Black River, там он, в общем-то, уже без надобности. Так. Ну и отправимся мы с вами в Black River. Black River, какая же родная местность уже стала, а, все-таки. Почему я взял именно этот контракт? У нас вот здесь вот около гаража стоит один прицеп, в котором уже есть одна единица этих самых кирпичей. Поэтому, в общем-то, мы возьмем этот прицеп, туда догрузим нужное количество, а потом этот прицеп можно запросто будет продать. Продать прямо около гаража в Смитвиллской дамбе. Также многие говорили, что Мэтью не доглядел чего-то. Да, друзья, бывает у Мэтью... контузия с прошлого осталась, боевые ранения, все дела, поэтому тупизм иногда присутствовать будет. Ну уж не обессудьте. Так, давайте переместимся в гараж. Значит, можно было бы взять вот этот вот тягач и переместить его в Смитвиллскую дамбу. Но я хочу все-таки вот с этим немножечко поработать. У него, по-моему, нету никаких, к сожалению, платформ. Погрузочный кран, высокое седло. Ну, только такие, да? Только такие. По факту можно взять кузов. Можно взять кузов вот с этого, чтобы не покупать лишний, правильно? Ремонтный модуль. Вот она, бортовая платформа. Давайте мы ее снимем. Она должна подходить вот к этому грузовичку. Так. Да, имеется. Давайте сюда ее поставим. Просто мне хочется на нем прокатиться. Понятное дело, что, скорее всего, мы его продадим потом.
Но на данный момент хочу вот именно на нем. Давайте на стоянку его переместим. Теперь перемещаемся в Смитвиллскую дамбу. Идем в наш гараж. Такой телепорт у нас получился. Вывести. Ну и давайте покидать гараж. Все. Вот она, наша автомобиля. Давайте доставим эти запасные части. Мне вот единственное терзают смутные сомнения. Сколько ячеек они в кузове занимают? Не придется ли нам два раза ездить? Не хотелось бы. Грузовичок довольно маневренный. Довольно слабенький, конечно. Зато достался на халяву. Вольф Грипп. Так, заглушим сразу. Вот интересно, если выбрать кран, то нужна машина с краном отсюда сам себя, да, загружать. Наверное, все-таки мы... Ну, короче, на C проще нажать. Запасные части, вот они. Что еще здесь есть? Буровая установка, запчасти для машин. Запасные части. Поехали. Раз, два. Все. Да, туговатый, конечно. Туговатый немножко грузовик после International. После нашего тягача вот этого. Какая марка у него, кстати? А, это Шевроле. Это у нас Шевроле. Говорили тут делов на 2 минуты, давайте уже сделаем. Зато тормоза у него довольно-таки бодрые, резвые. Так. Ну и хочу я посмотреть, как эти камни разгребутся. Оп, 1300 денег, 170 репутации, тоже на дороге вроде как не валяются. Мелкие, конечно, остались, могли бы мелкие подмести. Ну да ладно. А мне вот интересно, если снять вот этот модуль именно в этом гараже, а прицепить попробовать в том... Он будет доступен, или же нужно будет машины на стоянку перемещать? Сейчас попробуем. Перейти в гараж, тюнинг, модули кузова, бортовая платформа, снять. Так, есть контакт. Дальше, карта местности, карта мира, Black River. Black River и гараж. Гараж, гараж. Где у нас наш тягач? Да, вполне себе она доступна. Хорошо. Устанавливаем, значит, эту платформу.
Далее покидаем гараж. И нам сейчас нужно будет зацепить прицеп. Значит, 2 единицы кирпичей, деревянные доски и топливо. Топливо это на Смитвиллской дамбе. Дамбе мы можем на заправке потом взять. Ну, а пока что прицепим прицеп с 1 единицей кирпичей. И поедем за досками. Есть такое дело. Все, погнали. А кирпичи, насколько я знаю, можно будет также там взять, да? Или здесь сразу загрузить, а? Кирпичи у нас вот здесь доступны. Здесь на городском складу. А вот здесь, смотрите, единица кирпичей одна есть. Отсюда мы сможем ее перегрузить? Или же нужен этот... Господи, как его? Кран этот. А ну-ка давайте сделаем на всякий случай. Я боюсь, что мы не сможем просто так с прицепа на прицеп груз забрать. Нужно будет это все краном перегружать. Поэтому давайте все-таки прицепим сюда погрузочный кран вот этот, вот так установить. Пускай добавим немножко геморроя себе, но я думаю, будет интересно. Сможем ли мы с того прицепа свистнуть этот груз, так сказать, облегчить себе немножечко задачу. Так. Вот теперь погнали. Надеюсь, прицеп не будет цеплять за кузов. Ну, в принципе, нет, не цепляет вроде. Нормально. Потому что фаркоп теперь углубился, получается. Нет, вроде нормально. По крайней мере, на ровной дороге. Так, а время у нас ночь 2:18. Ничего. Пока доедем, там уже и рассвет. Ох, вот этот прицеп путешественник, да? Знал бы про это задание, я бы его от мотеля не забирал, наверное. Мы его где-то там нашли, я уже не помню где, потом притащили к мотелю, от мотеля притащили до гаража, сейчас опять в сторону мотеля его тащим. Ну, такова селяви. Много денег мы, конечно, за него не получим, но что добру пропадать? Вдруг этот прицеп кому-то нужен, кто-то в нем сейчас нуждается, а он у нас там простаивает, мягко говоря.
Блин, звук вот как у 130-го зила, когда разгоняется. Мне одному это кажется или нет? Ну-ка. Вот явно копия. 130-й зил. Спасибо тебе, камера с коллизиями. Эта камера с коллизиями, по-моему, только дезориентацию вводит в игру. Так, стоп, а за досками нам не здесь поворачивать часом? Да. Я чуть было не проехал. Ну, давайте. Давайте поворачивать. Проедемся по этой чудной дороге. Чудной по сравнению с кузнечным поселением. Просто на тот склад, вот который у нас там у гаража, не хотелось по этой грязище ехать. Я, если честно, даже не посмотрел, где на Смитвиллской дамбе склад находится. Может быть, там даже было лучше загрузиться, но хочется уж мне использовать вот этот вот груз в этом прицепе. На заправку я даже не буду заезжать, я думаю, топлива нам хватит. Сейчас пока пустой, я, наверное, сразу развернусь. Деревянные доски, смотрим. Раз, два, есть. Все, погнали за кирпичами. Есть смысл сделать вот так. Немножечко топлива поэкономить. Светает. Я бы сказал, что петухи скоро будут петь, но петухов я пока не слышал, только собаки лают местные. А что вот здесь вот находится, интересно? Что за яма вот эта? Я что-то сюда ни разу не заглядывал. Интересно там или нет? Thank you.
Так, давайте посмотрим, где прицеп тот стоит. Ага. Нам нужно проехать сейчас прямо. Никуда не сворачивая. И там отслюнявить кирпичи. Так, это явно вот для какого-то задания, да, приготовлено? Три единицы запчастей. Одна единица. Что это? Забыл, что за значок. Вот неужели разработчикам трудно было сделать, чтобы при наведении мышкой отображалась подсказка, что это? Ну да ладно. Так, а груз мы, друзья, наверное, не открепим. Вот в чем дело. Точнее, не сможем мы загрузить, потому что груз закреплен. Жесть. Ну, попробуем. Попробуем во всяком случае. Выдвинуть опоры. Режим крана. Спасибо. Спасибо тебе, кран. Эх. Ну как вот, а? Как работать? Это же ужас. Тихий ужас. Могу ли я сейчас прицепить груз? Смогу. Поднимешь, не? Поднял вроде. Вопрос в другом. Сможем ли мы дотянуться вот до этого прицепа? Навряд ли. Навряд ли сможем, да? Или сможем все-таки? Нет, падает. Это весь вылет стрелы. Ладно. Тогда придется прицеп отцепить, наверное. А сможем ли мы этот прицеп на место поставить? А? Нет, наверное, нет. Почему-то сбоку у него точек крепления лебедки нету. Только три точки. Такое себе. Такое себе действо. Ладно. Цепляем прицеп тогда. Чуток попробуем назад сдать. Все равно не получится. Подождите, у нас груз открепился даже. Ну и ладно. Открепился. Значит, открепился. Я сейчас, наверное, сбоку подъеду. Таким образом. Так. Ты опорами там аккуратней.
Не хватало еще, чтобы... чтобы здесь... Перевернул этот прицеп. Так. Только его развернем. Еще. Теперь попробуем стрелу опустить. Вот так. Есть. Есть. Ну а с тем грузом я не знаю, потом, наверное, придется как-то краном его восстанавливать или что с ним делать. Ну, с другой стороны, мы открепили, открепили кирпичи, так что ли. Ладно. На кнопку H спрятать легенду, это как? Спрятать подсказку, понял. Ладно, выходим. Восстановить стрелу. Так. Что, опоры были убраны уже? Вот тоже как-то непонятно. Все это дело работает, ладно. Цепляем. Не знаю, выйду из игры, может быть, прицеп сам восстановится. Или такой, так и будет лежать. Скорее всего, так и будет лежать. Можем ли мы задним ходом выехать? Попробуем. А там что, тупик? Вообще отлично. Ладно, придется сейчас разворачиваться. Мэтью просто профессионал по придумыванию головников. Так, и разворачиваться на прицепе с поворотной осью — это еще то удовольствие, друзья. Но тем не менее... Тем не менее, я думаю, у нас получится. Груз вроде бы закрепился сразу, да? Все, теперь едем на ферму. Полный привод пока. Можно выключить. Едем на ферму, но перед этим нужно не забыть заехать на заправку. И кажется, вот эти вот все материалы можно было бы и там взять. Вопрос только, удобно ли там будет их доставлять? Здесь, по крайней мере, довольно-таки удобно все это дело расположено. Медленно, но уверенно поползем.
кстати, уже и рассвет. Утро. Переборщил с коробкой. Думаю, что такое. Прибыли. Прибыли к телепортации. Отлично. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Это нам нужно доставить на ферму. Здесь загрузить топливо. Кстати, здесь же можно будет потом и заправиться. Хватит ли нам топливо, или же лучше не рисковать? Я думаю, лучше не рисковать. И сразу же отправиться на... Какого? Все-таки он не был закреплен, да? Твою ж ты дивизию. Мне показалось, что он закреплен. Ладно, давайте заправимся на обратном пути. Груз этот подберем, чтобы 100 раз не разворачиваться. Мэтью, опять твоя контузия, да? Так. Как-то развернуться опять-таки. Блин, вот этот кран меня, конечно, подвел немножко.
пойдет. Пойдет. А, восстановить стрелу и опоры автоматом убираются. Понял. Понял вас. То все ломал голову. Почему они убрались? Сейчас надо перезакрепить, наверное, будет груз. Прицеп слишком далеко, иди ты. Да. Есть контакт. Ну и давайте попробуем перезакрепить груз. Распаковать груз. Упаковать груз. Все, этот тоже упаковался или нет? Не пойму я. Еще раз. Распаковать груз. Упаковать груз. Вот. Теперь точно все. Теперь точно все будет нормально. Погнали. А погнали мы с вами сейчас направо. Затем мимо гаража. И до того места, где кончится асфальт. Потом на ферму. Кстати, там какое-то поручение тоже торчит. Надо будет посмотреть. Скрин должен знатный здесь получиться. Продолжаем движение. Интересно, если мы продадим вот этот вот наш Chevrolet грузовик, который с двумя осями всего, на котором мы вот этот завал помогали разгребать, и продадим пикап Chevrolet, плюс те деньги, которые у нас есть, нам хватит на вездеход? Там, по-моему, 80 с чем-то тысяч он стоил, этот вездеход. Просто пока мне с International вот этим вот прощаться не хочется. Довольно неплохой грузовик, в общем-то. Хоть и не вездеход. Так, а сможем ли мы здесь прямо проехать? Вот так и вот так. Или лучше все-таки по дороге? Блин, я боюсь, что мы там увязнем. Давайте по дороге мудрить не будем. Управляется пока на двух осях. Сразу подготовимся и погнали.
из прицепа там топливо будет вести уже проще, мне кажется. Можно будет еще, кстати, прицепы попродавать, которые у нас скопились в Black River. Так, подождите, а это поручение мы, кажется, брали. Сейчас на обратном пути посмотрю я. По-моему, я его брал. Так, ну триггер, как всегда, в самой заднице, блин. То в Black River, что здесь. Так, управление грузом. Разгрузить. Разгрузить. Осталось топливо. Сейчас заедем в гараж, сразу скинем прицеп. Ох уж эта камера. А, отлично. Вроде грязище, где-то что-то нашел уже. Ну-ка, что тут у нас? Поручение. А, вот мы его уже взяли. Оборудование, материалы. Начать заново я не хочу. Было бы задание привезти сюда там 10 машин с щебенки, засыпать эту лужу. Я бы сделал. А почему нет? Я так чувствую, нам этой дорогой придется не один раз ездить. И как тебя заносит? Прицеп, наверное, пока скину. Продать мы всегда его успеем, правильно? И поехали за топливом.
сюда я приехал? Кто знает? Мэтью, Мэтью. Понравилось по асфальту ехать. Там же сразу около гаража съезд, а я что-то... Мозги выключил, глаза зажмурил и вперед. Да как так-то? На ровном месте, на асфальте. Ну что же? Что же это такое, а? Наехал на какую-то жвачку там, блин, и повредил себе все сразу. Для начала давайте дозаправимся. Так, ну и загрузим топливо. Здесь только топливо, да? Раз, два. Ничего так. Может, не везти на ферму, может, себе оставить. Гляньте, сколько соляры. Довольно тяжелая. Чувствуется по грузовику сразу. Потому что центр тяжести в основном на самом заднем колесе. Уже вечереет, что ли? Надо было в гараже кран отцепить. Теперь уже ладно. Я вот еду и в упор не вижу, обо что я подвеску повредил. Вот этот вот. Вот этот камушек, что ли? Кто его знает? Боюсь на всякие веточки даже наезжать. Мало ли что. Шуганный стал Мэтью.
Ну что, фермеры, принимайте. Теперь фермеры смогут возобновить поставки продовольствия в город. Одной проблемой меньше. 440 репутации, 4100 по деньгам. Отлично. Ну что же, отправляемся в гараж. Вот, а на следующую часть я вот не знаю, что запланировать. Может быть, покататься, пособирать вот эти вот все поручения, пооткрывать все прицепы. Короче говоря, совершить еще одно путешествие. Или лучше я это сделаю за кадром. Покатаюсь на нашем скауте, пособираю все поручения, чтобы в глазах не так рябило. А то вот иной раз из-за этого действительно пропускаешь что-то важное. Вот такое, как магазин прицепов, например. В общем, улучшения вот еще можно пособирать. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Делать ли это на всеобщее обозрение или же оставить за кадром. Исследовать, а потом уже взять какой-нибудь контрактик на запись. Ну, а я, друзья, с вами буду прощаться. Ставьте лайки, если вам нравятся данные видео, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующей части. Всем удачи и всем всего хорошего.